Всем привет, с вами Алекс Ки, и сегодня 5 января 2017 года посетил Горько-Скоромитинский лес. Мне понравилось в этом лесу освещение, даже мелкие тропинки освещаются, везде стоят урны, также присутствует большое количество лавочек, что очень радует. Особенно понравилось, что новогодние праздники для всех жителей и гостей нашего города проводят массу мероприятий, например, различных концертов. Поэтому приятного просмотра. А в конце ролика вас ждет сюрприз. Концерт группы «Моя мишень», потому что совсем скоро он состоится. Да, друзья? Ой. Я реально верю в чудеса. Я верю в чудеса, и действительно совсем скоро группа «Моя мишень» поется здесь. Скажите, а кто здесь из присутствующих прям реально фанат группы «Моя мишень»? Ну, я понял, вы приехали издалека на группу, «Моя мишень». Так, какие песни вы знаете? Все! Смотреть могут только мои изумрудные глаза.
И будет сердить.
Пылятся зима. Yeah.